Меховое ателье приветствует вас. Норковый полушубок, крестовка. Конечно, сильно пожелтела. Радует клиентку, радует модель, все нравится хозяйке шубки. Но единственное, не нравится желтоватый цвет. Ну, желтоватый, можно сказать, ярко-желтоватый. Если вот здесь присмотреться, вот цвет плохо падает, конечно. Естественно, желтый воротник. Равномерно она пожелтела. И плечики явно видны. Сейчас покажу спиночку. Решили перекрасить в серенький. Модель мы не меняем, то есть наша задача перекрасить и восстановить ту же модель. То есть мы снимем лекало заранее, для того, чтобы вернуть тот же размер и ту же модельку. И даже подклад у нас остается подходящий, черный. Ой, извините, не черный, забыла, серый. Серый четко под наш новый будущий цвет. Ну, крючки, наверное, новые установим, так как здесь все разноцветные. Ну что, приступим. Готовый результат нашей перекраски. Вот такая получился вот такой цвет шубки. Серо-голубой. Кармашки. Починили потертости. На кармашках, на бортах. Здесь магниты стоят. Воротничок. Здесь можно отложной делать, а можно и стоечку. Или стоечка. Ну, стоечка отложной, симпатичная. Смотрите. По крайней мере, на такой модельке. Эта шубка у нас немного подсела, она и была клешеная. По клешению она практически мы дотянули. Где-то по всему объему она, может, села сантиметра на 3-4. А вот по длине тоже где-то сантиметра 3 она стала короче. Вот так вот смотрятся фалды. Подкладку оставили тоже, заменили только крючки. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!